Цветочки то надо положить. Да. Может, на самый-самый край. Так вот прямо от один, а потом. У нас здесь палка. Палки нет. Я тут так. Нет, здесь палка вот она. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы скачем, нужно снять, что тут будет. Давайте, если кто желает на воскресенье, на литургию также записки, и потом их поменим на проскамейку. Это просто она там почему-то стояла, ее на кухне надо. Здравствуйте. So it's not covered. No, no. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесному.
по всей стране
и возвестишь Иоанну ученицы Его всех сил, и призвав два некие ученик своих Иоанн, послав Иисусу глаголя, ты ли еси гряды, или надо чаем, пришедший же к нему, уже рекста Иоанна Крестителя посла, нас к тебе глаголя, ты ли еси гряды, или надо чаем, в той же час исцели многие от недуга ран, и дух злых, и многим залепым дарова прозрение. И отвещал Иисус речей ему, шедший возвестись Иоанну, я же видеста и слышеста, и яко слепи и прозираю, храми и ходят, прокаженные очищаются, глуси и слышат, мертвые восстают, и нищие благовествуют, и блажен есть и же, еще не соблазнится мне. Пошедшим же учеником Иоанна вы начат глаголите, народом о Иоанне, часу из дости, пустыни видите, отрось ли ветром колеблемо, но часу из дости видите человека ли, в макире из одеяна, все и же в одежды славны, и пищи сущей, во царстве и суть. Но часо изы дости, видисте пророка ли ей, глаголю вам, и лишь пророка сей, бо есть о нем же писано есть, и сиаца послю ангела моего пред лицем твоим, и же устроит путь твой пред тобою, глаголю бо вам, более врожденных женами, пророка Иоанна Крестителя никто же есть, мне же во царстве Божие боль его есть, и все люди, слышавши и мытария, правдиша Бога, крещавшися крещением Иоанновым, фарисеи же и законницы, совет Божий от мир Божия, в себе не крещися от него. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Евангелие дня, которое мы читаем, говорит нам о чудесах и о всем том, что дает Господь праведным своим. И святая блаженная Мать Матрона без всякого сомнения вошла в эту меру ангельского жития, пребывая в постоянном смирении и даже не стяжая исцеления самой себе, оставаясь на кресте, который она приняла со смирением, она пронесла его через всю жизнь, усугубляя этот подвиг еще и невозможностью двигаться, то есть и слепота, и парализованные ноги, и немыслимые совершенно испытания жизни, которые мы даже все не знаем. Она пронесла в духе Христа и Его благодатью продолжает совершать такие чудеса, которых тоже не счесть. Они продолжаются так же, как те многочасовые очереди в монастыре Покровском в Москве, потому что к пустому колодцу за водой не ходят. И мы знаем, чего стоит молитва Матроны. Она главным помогает, но и во второстепенном не отказывает. Она приводит любого грешного человека к миру Христову не по его заслугам, а по милости Божьей. Dear brothers and sisters, we are today witnessing a miracle of Holy Saint Matrona, who has come here to us in this part of the world, and we all know of her incomparable saintly efforts, because she was born blind, never seeing the light of day. She has seen the light of eternity. She has seen the destinies of the world, and she bore that cross until when she turned 17, she lost ability to move her legs. So on top of that, she continued to carry on the next level of
piety and not asking for anything for herself, she was able to help millions of people around her that continually came to her throughout all of her life as she was in hiding, as she was in transit all of her life in a very, very uncomfortable and sometimes extremely dangerous life setting. She continually seen hundreds of people per day, and continuously the grace of God acted through her as it's acting today. And the witness to that is, if you ever go to Moscow or just watch videos of the lines to see her relics and to venerate her icons are hours long. And anybody who's been there has seen it, and it never ends. Because, as we say in Russian, that people never go for water to an empty well. And the same is true for Matrona. Matrona is abundantly giving life, eternal life, that comes from Christ as the river of eternity and blessings and healings and mercy that she bestows on every person, no matter how sinful and lost they are. She always brings them in to Christ and helps them heal spiritually and also secondarily in their material needs and their life situations. And that is a constant, countless witness to that. Так что мы благодарим Бога и нашего патриарха Кирилла, нашего первого иерарха, нашу епархию и нашу наше благочиние, что они осуществили это событие, что мы сегодня имеем чудо присутствия Матроны, конечно, ее саму, за то, что она презрела на нас и пришла сюда, во Флориду, к нам, и мы можем вот так вот практически, как когда-то в квартирах, где она принимала людей, в таком вот маленьком пространстве быть благословлены ей, подобно тому, как это было в ее жизни, продолжает происходить, я уверен, радует не только нас, но и ее там на небе и здесь с нами предстоящее. And so we give special thanks on our hearts to, of course, Matrona herself, and our holy patriarch Kirill, who gave a blessing to make this icon, to our first hierarch, Metropolitan Valerian, our hierarchs, and our deanery, our dean, who went to Moscow, Father Alexander, and brought this icon, specially painted in the Pokrov Protection Mother of God Monastery by the nuns, specially for us. And as in her life, she used to see people in a very small setting like this, where people would come to apartments underground, Christians who risked their lives. They've come to venerate her. This size, this kind of gathering, very small compared to what you see in Russia, never-ending line of people. Here we have this kind of experience that she had many, many times throughout her life with just few faithful. And I know that we are very rejoicing, and I know that she is rejoicing in heaven and here among us at the moment. We can ask her for all the things that we need for our salvation, and we will receive it according to the promise of our Lord. Amen. Стоящий в глубине часа согрешившим, да твоими молитвами получивши благодать и верию милость прославим Троица единого Бога Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Старица Матрона, земли тульской процветение, и града Москвы преславное украшение, восхвалим несвернии, сияла света дневного не познавшим, светом Христовым просветися. Daytona to bless people of that parish there in St. Andrews, and she will be here, and we will announce additional prayer vigils for all of you to come to and visit. But on Sundays, she will definitely be here this Sunday, and then most likely the Sunday after the St. Andrews. First Sunday in November. But we will announce it and send it out. God bless you all. Thank you. If you want to come, если вы хотите приложиться еще по очереди, кто-то подойти, постоять, помолиться, мы пока будем закрывать.
Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, all of you who want to come and take turns again and venerate the icon, please do, just keep in mind. Они так красиво здесь сейчас будут еще. We will give out the flowers as is the custom for Matrona. You know why priests sit during...